Меня зовут Дарья Белякова, мне 9 лет. Я учусь в 6 школе, в 3-м Б-классе. Я люблю заниматься шитьем и вязанием. Еще я очень люблю готовить. Еще я люблю рассказывать стихи. Послушайте один из них. Саша Черного. Про утенка. Из чего же... Почему ты трогаешь утенка? Он малыш, а ты большой. И задравший головенку рвется прочь всей душой. Ты представь такую штуку, если б толстый бегемот захотел с тобой от скуки поиграть бы свой черед. Взял тебя бы крепкую лапу, языком бы стал лизать. Ох, как звал, начал ты бы звать папу. И бракаться, и кричать. Ты спустил утенка к утке, пусть идет купаться. Фрут, лапы мальчика, не шутки, чуть притиснешь и капут. Еще у меня есть брат и сестра. Брат любит играть в машинки, а сестра любит делать прически куклам. Мама мне помогает делать со мной уроки, а папа ездит на рыбалку. Я бы сделала бы для мира, чтобы маленькие ребята бы поправились и были бы счастливы, и у них была бы хорошая семья. Вот такая вот я, Даша.